Вот он, музей 2 в 1. Фабрика знаний, Виттенфабрикен. Не троллей, заметьте, а знаний. А также сильный краеведческий музей, можно и так сказать. Ну что, зайдем и посмотрим. Не знаю, как вы, но я проникся. Все-таки Уля. Гуннар Сульшер. Санне Сульф. Манчестер Юнайтед. Тренер Мольда. Вот она. Мегастар. Ныне тренер клуба Мольда. Здесь вот находится Уля Гуннар Сульшер. Он играл в Санне Сульф. Вот здесь форма Санне Сульф. А вот здесь кусок из его натуральной... Ну и как ощущения, если дотронуться до формы человека, который играл в Манчестер Юнайтед? Потом, после Сандерса. Подное, пахнет? Я помню, что есть такое понятие, как маятник Фуко? Маятник Фуко.